Эмили, как ты написала «Грозовой перевал»? Ну что, начнем? Мисс Эмили Бронте. Из тебя выйдет замечательный учитель. Я не выношу новых людей. А ты кем хочешь стать? Я могу стать писателем. Во мне много историй. Мистер Уайтман будет преподавать тебе французский. В его словах столько поэзии. Говорить может каждый, пока слова не расходятся с делом. С каким делом? Ты хочешь быть творцом? Так будь им. Что это такое? Мои стихи. Мысли свободно! Мысли свободно! Громче! Мысли свободно! Мысли свободно! Мне всегда было нелегко понять тебя. Ваши стихи. Не позорь нашу семью, Эмили. Это ты написала? Это мерзкая книга. В том, что ты пишешь, есть что-то безбожное, как и в самой тебе. Все говорят, что ты странная. Каждый странен, если присмотреться. Кто ты такая?